Привет, друзья! У Константина Михайлова нашего сегодня день рождения. И в этот день рождения он мне привез подарок. Ну, вы представьте себе, все наоборот, да? Ну, потому что, во-первых, он специалист по методу ключ, сертифицированный. Он мой ученик, многолетний специалист, профессиональный. Это же он придумал тогда поезд мечты. Помните ролик такой? Ну вот, не смущайся. А сейчас он мне привез такую интересную вещь. Вот видите, здесь вот флешка, а это VIP-курс Homo Futurus. А изготовлено это, видите, в рамках проекта «Ростовские ремесляшки». Только это рядом с Ярославлем. Да, сколько Ростов там? Великий. Сколько? Ну, 200 километров от Москвы, да. 200 километров. Покажи вот это вот. Да, вот представляете, вместо того, чтобы я ему подарки делать, но я ему тоже сделаю сейчас. Так, это там, Ростов. Да, это Ростов Великий. Покажи, пожалуйста. Я тут покажу. Да, фотография. Это так интересно, так интересно. Так, сейчас мы посмотрим. Вот. Ростов Великий, видите? Вот здесь я живу. Так, вот так. В этом доме старый. Да, вот. А чья это фотография? А это купец Кайдалов. Купец Кайдалов, да. В этом доме, да. Он там жил. Да, и еще он там посадил дуб. Дуб посадил. Большой там дуб, из которого в прошлый раз... В прошлый раз он мне Константин прислал. Видите? Магнитики. Человек, летающий, звезды над нами, космос внутри нас. А у нас космос внутри нас. А это же у нас магнитик такой. На холодильник. Это потрясающе, правда? И это наше упражнение полет. Упражнение метод ключ, упражнение полет невесомости. Потому что я создал этот метод ключ в центре подготовки космонавтов для моделирования состояния невесомости, преодоления стресса, перегрузки. А вот Константин как раз-таки один из лучших специалистов, учеников, который это дело продвигает в разных направлениях. Поиск мечты, о котором я сказал, это вообще интересно. А теперь вот еще покажи вот этот привез. Посмотрите, он мастер на все руки. Такие брелочки. Так, вот, дальше. А с другой стороны у нас шкала стресса. Шкала стресса, индикатор напряжения от 10 до 0. Здесь шторм, это... Суета – это хаос, а здесь ноль, безмятежность, глубинный покой. Да, и чтобы каждый человек мог иметь такую шкалу стресса, да, шкалу стресса, шторм и штиль. Да, в нужный момент, вот стресс и поймал себя, мысль на себе измерил, на каком он делении, на десятке – это вообще плохо, а на нуле – это хорошо, на нуле надо себя ловить, когда... Хорошее настроение. Если несколько раз себя так поймаете, самоизмерите, самонаблюдение сделаете с этой шкалой, то потом у вас появляется навык, вы можете в любом стрессе вспомнить шкалу и мысленно рычажок, вот там мысленно подвинуть от нуля к нулю. Значит, от суеты мысли, от хаоса к порядку. И у вас снизится напряжение. Но об этом мы потом еще поговорим. Ну, покажи еще что-нибудь интересное. Да, а как ты собираешься вот эти вот, этот VIP-курс распространять среди населения? На сайте. Там что, там что внутри? Там у нас 6 модулей и очень много всего, в общем, интересного. Там и азбука саморегуляции Хасана Магомедовича есть. Это с детьми, там преподаватели, там дети. Это было много-много лет назад снято. Да, это уже раритеты. Это мы снимали на базе школы. Там и директор школы, и детишки через 2-3 занятия. Что они могли делать? Это вообще фантастика. Ну, это раритеты, и там это как раз-таки все есть. Да, ну, потом позже будет презентация, я сделаю видеопрезентацию всего коротко, что там внутри здесь. И что каждый человек может приобрести? Да, конечно, конечно. А что он для этого должен сделать? Вот ты мне подарил, это понятно. Я это для буду этого написать либо мне, либо вам пока. Ну, давай пусть тебе пишут. Да. Потому что ты сейчас представился. Да.
Теперь тебя знают, на тебя ответственность, потому что у тебя день рождения. Пусть поздравляют. Да, скоро они появятся на сайте методключ.ру. Да. Сайт так пишется. И Хасай.ру. На сайте Хасай.ру. Да. На стрессу и на Хасай.ру. Вот это сайт более современный, Хасай.ру. А в стрессу больше видеоматериала раритетного. Там и силовые структуры обучались, когда по саморегуляции, по методу ключ, и спортсмены олимпийские, да, и структуры МЧС, и, ну, разные там, и художники, и актеры. Там, вы видите, на стрессу. Самое интересное. Да, очень много, правда? Да, конечно. А Хасай.ру – это современный сайт, его ведет наш Федор Макаров, он киносценарист. И он сделал фильм, как был создан метод ключ для космонавтов, ключ к мечте. Да. Можете набрать в YouTube-канале ключ к мечте, и там увидите, это фильм Федора Макарова. И мы, кстати говоря, с Федором Макаровым писали книжку, 10 лет писали, он там был главный редактор, «Национальная идея России. Генератор будущего». Как сделать так, чтобы был мир на планете, и чтобы люди развивались, а не только мыслили шаблонами и не ругались друг с другом. Да, это то, что, о чем мечтало человечество. А там есть, как это сделать. Так что ищите. «Национальная идея. Генератор будущего». Набирайте в Ютубе. Я забыл это издательство, которое издало тогда. Не помнишь, Костя? А, точно не помню. Да. Наташа, издательство какое издало нашу национальную идею «Генератор будущего»? Ридера. Ридера. Издательство Ридера. Найдите, там есть и бесплатная часть вот такая большая. И там сама концепция. Она, кстати, на Озон, по-моему, сейчас продается. Да? Я вчера очень, видел. Очень да. Хорошо. Да. Печатное видео. А Константин еще сделал нам тогда логотип сам, вот этот вот наш летающий человечек. Упражнение вот это, «Звезды над нами, космос внутри нас», такой большой логотип, и он мне тогда тоже прислал, он у меня там лежит, его надо собрать и повесить. Mm-hmm. Ну, здесь просто места нет, там книжки мои стоят, да, еще одну книжку надо найти, там какую-то букву mm-hmm. не сесть. Сейчас посмотрим, да? Кстати, посмотрим да. Сейчас. Давай, Константин, пообщайся, пусть тебя поздравляют с днем рождения. Ну, Наташа, деле, у Кости нашего день знаю, рождения сегодня. Ну, для меня самый лучший подарок, это, конечно, присутствовать здесь. С вами, да, с вами, да. С вами, друзья. Ну, у вас есть знаю, возможность писать комменты, поздравлять бесконечно, а можете хотя бы раз поздравить, там, написать Константину Михайлову нашу. Он изобретатель, он фантазер, он чудесный, чудесный человек. Ну и все эти да. способности, кстати, они да. начали раскрываться. Они, да. конечно, были и в детстве еще, но благодаря, когда метод ключ начал изучать и все применять, оно все это просто. Я считаю, что Костя сам молодец. Потому что ключ – это инструмент. Инструмент. Потому что я вот знаю, мне пишут иногда, что ну и что ключ, вот там есть йога. Ну занимайтесь йогой, потому что ключ помогает йоге. Конечно. Ключ помогает медитации, ключ помогает вообще... любой вопрос решать эффективнее, даже вспомнить забытую фамилию, быстрее вспомнить, потому что в ключе есть самый простой, общедоступный выход на нулевое состояние, в котором ты общаешься с бесконечностью, где у тебя масса времени, где ты никуда не спешишь. Представьте, за 2 минуты внутри них упакована бесконечность, и ты там, конечно, можешь решить любой вопрос, потому что там полно времени. Итак, Константин, мы оставляем наших друзей, пока они пишут комменты. Если хорошие, интересные вопросы напишите, мы еще раз встретимся. Да, пока Константин не уехал. Он у меня сегодня в гостях. До встречи.